В ряды вооруженных сил отправлено 149 призывников, больше половины из них – катлашане. Место службы бойцов – Северо-Западный федеральный округ. Это Мурманск, Архангельск, Вологодская и Ленинградская области. План выполнили в полном объеме, но и по общим результатам оценка военного комиссариата области – второе место в субъекте за 2017 год. На этой неделе Котласский военкомат приступит к плановой работе. В первую очередь начнется постановка на воинский учет молодых людей 2001 года рождения. Их более 800.